В продолжение темы к нам по Zoom подключается заместитель председателя комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Казахстана Жанна Есенбаева. Жанна Уакасовна, здравствуйте. Первый вопрос к вам. Вообще, что подразумевает модернизация высшего образования и международные партнерства? Добрый вечер. Спасибо за вопрос. Действительно, на сегодняшний день это является одним из приоритетных задач, которые поставлены перед министерством, правительством. И говоря о развитии и модернизации международного партнерства, мы в первую очередь подразумеваем это трансфер образовательных технологий, лучших мировых практик. Говоря о развитии стратегических партнерств, это, конечно же, то, что мы предоставляем возможность нашим студентам получить образование по мировым стандартам. И сотрудничество с ведущими вузы мира будет способствовать в первую очередь повышению качества образования, в том числе высшего образования и послевузовского образования. Естественно, это положительно скажется на имидже страны и в целом казахстанцев в мировой образовательной арене. Спасибо. А вот мы уже назвали, что с 12 странами есть определенные договоренности в этой сфере. Давайте подробнее расскажем, сколько партнерств реализовано с зарубежными вузами и с какими странами еще, помимо названных нами. Да, на самом деле развитие стратегических партнерств уже у нас реализуется в течение 2 лет. Если вы помните, одними из первыми мы открывали частные вузы Демонпорт университет британские. Также у нас на базе Северо-Казахстанского университета открыто университет Аризоны, это Соединенные Штаты Америки. На базе Актюбинского регионального университета у нас открыт филиал Хэриот Вуд, это опять-таки британский университет. Да? И на Западе, на базе Каспийского университета у нас работает немецкий консорциум, где сосредоточены сильнейшие вузы Германии и осуществляет совместную образовательную подготовку. То есть на сегодняшний день проработано уже 23 стратегических партнерства, и они с нами ведут тесную работу. Впереди у нас задача еще, вот, как вы сказали, 12. Со 8 мы будем прорабатывать, устанавливать связь в течение 2025 года. В целом на сегодня, я думаю, до цифры этого достигнет 34 стратегических партнерств, с которыми мы тесно будем работать. Скажите, а такие партнерства, они предусматривают получение двойного диплома? Да, конечно, есть разные формы сотрудничества с международными иностранными учебными заведениями. Это есть и совместная образовательная программа, где образовательная программа разрабатывается совместно с иностранным учебным заведением, а также программы двойного диплома, где будут выдаваться диплом казахстанский, наш вуз будет выдавать, и такой же равнозначный диплом будет выдавать и иностранные учебные заведения. Таких программ у нас очень много. Жанна Уакасовна, большое спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи был представитель Министерства науки и высшего образования Казахстана Жанна Есенбаева. Ну а мы продолжаем.